В Якутии заработает сеть государственных образовательных организаций «Илдархан». Соответствующий указ о комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей глава республики подписал 28 июля текущего года. О том, какие школы войдут в вышесказанную сеть и какие еще меры будут предприняты в рамках указа, расскажет Марьяна Кутукова. Первым делом, согласно новому указу главы, который призван поддержать и выявлять одаренных детей, в Якутии будет открыта сеть государственных образовательных организаций под эгидой Илдархана. В эту сеть войдут общеобразовательные, музыкальные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования, которые занимают лидерские позиции в республике. Как мы знаем, у нас существовала сеть президентских школ в свое время, да, и сейчас мы хотим, ну, можно сказать, с некоторой точки зрения и возродить вот это движение, да, вот, а с другой стороны мы хотим как бы новое дыхание с новой точки зрения взглянуть, с тем, чтобы вот каждая школа, которая входит в эту сеть, она не просто работала, функционировала бы вот на, пусть и хорошо, да, но функционировала бы только для своего, допустим, места, где она находится, да, но и с тем, чтобы она являлась лидерской по всей республике. Ресурсным и методическим центром сети школ Илдархан своим указом глава определил Малую академию наук. Отметим, что Малая академия наук была создана указом главы в 2015 году и является сегодня координатором всей системы работ с одаренными детьми. Мы создаем условия, обеспечиваем единое научное образовательное пространство, да, в котором наши школьники развиваются, да, и, ну, и продвигаем их на международной арене, в России представляем в различных выставках, конференциях и так далее. Ну и, конечно же, реализуем программы дополнительного образования. Мы с ними занимаемся на базе Малой академии наук. Кроме этого, в следующем пункте указа Егор Борисов поручил учредить международную арктическую школу головной организации по реализации международных программ. Напомним, открытие школы планируется в сентябре следующего года. Ее главным отличием является обучение по программам не только российского стандарта, но и международного бакалавриата. В международной арктической школе дети будут обучаться с 5 по 11 классы. Соответственно, по окончанию 11 класса дети смогут поступать на основании этого международного бакалавриата без экзаменов в любой стран мира, где преследуют международный бакалавриат. Также для поддержки одаренных детей, согласно указу, будет создан фонд «Юные таланты Якутии». Помимо этого, Егор Борисов в своем указе предусмотрел финансирование строительства учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук, объектов Международного центра детей Арктики и детского технопарка в Якутске. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.